Всем привет! Это Шан Ньюс, место, где вы узнаете самые яркие, забавные, веселые и необычные новости из лучшей лиги мира и не только. Меня зовут Шамиль Гаджиев, погнали! Шедевр тура, и здесь снова гол с центра поля. Да, не будет никаких больших эмоций, буднично, спокойно мы расскажем про то, что опять лучшие лиги мира забили метров эдак с 50. На сей раз отличился футболист хабаровского СКА Георгий Гангадзе. Шла уже буквально последняя минута матча против нижнекамского нефтехимика. Гангадзе увидел, что Янович, вратарь нижнекамцев, чуть-чуть вышел из ворот и закинул ему мяч прямиком за шиворот. Да, это опять почти 50 метров, да, это опять очень круто. Но, друзья, поймите нас правильно, это уже третий гол с центра поля в МЛБ первой лиги в этом сезоне. Сначала был мяч Мираби у Лидии, вот тут здесь он должен на графике появиться. Потом гол Тимура Жамалетдинова, теперь гол в исполнении Георгия Гангадзе. Если так будет дальше продолжаться, то мы переименуем Шам Ньюс в вестник голов с центра поля. Как говорится... Спасибо центру за это! И если вы думаете, что с красивыми голами в этом выпуске все, то нет, вы ошибаетесь, потому что дальше мы расскажем про самый быстрый гол этого сезона в Мелбет первой лиги. Пока я говорил эту подводку, представьте себе, футболисты КамАЗа разыграли мяч с центра поля, начали встречу против Алании, закинули мяч на чужую половину поля, провели атаку и забили гол. 12 секунд потребовалось КамАЗу для того, чтобы открыть счет в матче против Владикавказской Алании. Этот гол стал первым, был еще один, КамАЗ выиграл со счетом 2-0. И поздравляем челнинцев, а конкретно Давида Караева, с тем, что он забил пока что самый быстрый гол в текущем сезоне Мелбет первой лиги. А вообще в истории лучшей лиги мира был гол быстрее. 2 года назад нападающий Краснодара Рустам Халназаров забил за 9 секунд. Ну а в этом году вообще в ФНЛ был гол еще быстрее. Футболист команды Машук КМВ в игре против Химика забил за 2,5 секунды. И сделал это с центра поля. Опять с центра поля, да! Мы уйдем когда-то от этого центра поля или нет? Вторая лига А, 14-й тур, серебро, Химик против... Да не может быть! Веселье тура нам подарил екатеринбургский Урал, пресс-служба которого решила очень необычно представить состав своего соперника, Тульского Арсенала, на очередной матч Мелбет первой лиги. Что они сделали? Они взяли картиночку с пряниками, вот здесь вот она появляется, и запостили под ней состав Тулику. У нас, конечно, возникает несколько вопросов. Первое, почему пряников было не 11, а второе, почему пряники были не тульские. Тульские, ну, вкуснее, чем вот это вот. Ей-богу. И все бы ничего, но матч для уральцев закончился совсем печально. Они уступили Арсеналу со счетом 0-1, это было дерби лидеров. И в эту честь мы предлагаем ответ екатеринбургскому Уралу на их шутку про пряники. Тульский Арсенал ловите, можете использовать в своих соцсетях. There it is, Mongo. Pony wants to play the castle. Но после матча футболисты Арсенала не скрывали эмоции от радости, от победы, от того, что обыграли принципиального соперника, с которым шли, по сути, такие вот прям вот на самом верху. Отличился в этом смысле слова Михаил Левашов, главный герой матча, который не постеснялся побежать к трибунам, отпраздновать вместе с семьей, с болельщиками, со всеми, кто-то снимал на телефоны. Он прибежал вот так вот и прыгнул прям в сектор. В общем-то, Арсенал с победой, молодцы, Левашов красавец. Идем дальше. Поддержка тура, и здесь отличился болельщик Сокола. Не болельщики, а болельщик один, который проделал длинный путь из Саратова в Тюмень, приехал, чтобы поддержать свою команду, и гнал ее целый матч вперед. Дирижировал ею после игры, кричал «Сокол, Сокол, вперед!» В общем-то, стал настоящим героем фанатского движения. Футболисты Сокола сумели его отблагодарить, одержали победу в очень важном матче, ну а гол забил Артем Максименко. Ну а в конце, по традиции, отправляемся во вторую лигу, где было, ну, море просто каких-то самых разных новостей. Начнем с Калуги. Там на матч против Курского «Авангарда» на трибуны пришел целый хор. Хор, представляете? Вот такие вот много людей. Хор
пришел на трибуны, чтобы вместе с болельщиками Калуги спеть песню про коня. Ну вот эту легендарную, которая «Выйду ночью в поле с конем». Все вы ее знаете, не притворяйтесь, все вы ее неоднократно пели. Такая поддержка, конечно, не могла не задеть футболистов Калуги. С «Авангардом» они старались, бились, играли и закончили матч со счетом 1-1. В общем-то, красивая музыкальная акция. Самый яркий перформанс в раздевалке выдал наставник краснодарской Кубани Вячеслав Молчанов, который зашел и обратился к своим футболистам. Послушаем, что же он сказал. Всех с победой, хотите, парни. Но тут только одно слово. Самое емкое, самое понятливое. Мужчина! В конце хотелось бы отметить, что Молчанов пообещал сказать одно слово, но произнес почему-то два. Но настоящую милость тура совершил главный тренер «Велеса» Кирилл Альшевский. После проигранного матча его команды с Челябинском со счетом 1-3 Альшевский долго не выходил сфотографироваться к болельщикам, которые его ждали. Дольше всех наставника «Крылатых быков» прождали два юных болельщика «Велеса». Узнав об этом, Альшевский вынес им целую пиццу, пакет колы, спросил, будут ли они есть. Естественно, парни от такого отказаться не могли. Ну а дальше Альшевский спросил, смогут ли они дойти до дома, нужно ли позвонить родителям. Ну, в общем, картина очень милая. Приятно видеть, когда главный тренер вот так вот относится к самым юным болельщикам. Альшевскому респект, пацанам продолжать болеть за «Велес». Вот такое получилось очередная неделя в лучшей лиге мира и не только. Это был Шам Ньюс. Пока-пока.